Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. 240 миллионов заработала область на госимуществе. Об этом рассказал министр имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области. Он отчитался о выполнении планов по доходам от управления госимуществом. В прошлом году он составлял 112 миллионов 400 тысяч рублей. Фактически доходы получены в размере 114 миллионов 900 тысяч. План даже немножко перевыполнен. На 2017 год показатель составлял 246 миллионов 400 тысяч. По состоянию на сегодня получено 241 миллион 200 тысяч. Год еще не закончился, объявлено несколько торгов, то есть вполне вероятно мы выполним план. По словам Сурженко, большая часть доходов, 74%, это чистая прибыль, приносимая госпредприятиями. 9% суммы принесла продажа имущества, 5% дивиденды, по 4% приходится на аренду областной земли, имущество казны и казенных учреждений. Программа «Экономика». Кировский бизнес может открыть предприятие в Иране. Такая возможность обсуждалась во время визита представителей ряда кировских компаний в эту страну. В бизнес-миссии участвовали компании «Русэкспорт», «ВК-дом» и «Бирчгрув». Они производят пиломатериалы, шпоны и деревянные дома. По информации областного правительства, достигнута договоренность о поставках пиломатериалов в Иран, а также о строительстве первого деревянного дома, выставочного экземпляра в коттеджном поселке в провинции Мазен-Деран. Также рассматривается возможность создания совместного предприятия в особой экономической зоне порта Ноушехр. Иран – один из основных рынков сбыта продукции деревообработки для предприятий Кировской области. За 9 месяцев отгружено продукции более чем на 5 миллионов долларов США. Экономика на 101FM. Судебные приставы собрали с кировчан почти 1,5 миллиарда. Это цифра за 11 месяцев этого года. Собрано 1,3 миллиарда. В прошлом году сумма составляла 1 миллиард. По данным на начало декабря, задолженность по налогам в Кировской области составила почти 4 миллиарда рублей. Из них судебные приставы взыскали 760 миллионов, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, по исполнительным производствам произведено более 1000 арестов имущества должников по налогам на 800 миллионов рублей. Рост в 1,5 раза к 2016 году. В завершение о валютах. Доллар сегодня 59.14, курс евро 69.47. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.